Доброе утро. Сегодня день, посвященный Кириллу. Идет замена фильтров у Кирилла топливных. Привет, Кирилл. Здорово. Сегодня день, посвященный тебе. Сварке позвонил, готовы нас встретить. Нет, фильтра. А, ты... Ох, нихера себе, подожди-ка я подойду. Короче, он у нас новые стаканы ставит. Новый КамАЗ не дают, блядь, сам себе решил собрать новый КамАЗ. На свет стал. Фильтра, это что такое? Фильтра. Да? Рассказывай, почему меняешь. Новые фильтра на старый лад. Они без клапана уже это? Да. А как, где клапан? Только на насосе остается? Да, типа того. Так, кому ты говорил привет передать, у нас не заснялось? Так, Кося, скажи. Кося, привет, скажи. Кося, привет. Не заснялась видюха. Тогда мы пытались вроде заснять, нифига не получилось. Ну, рассказывай, как работа, Кирилл? Работа, заебись. Охуительно? Еще бы, блядь, машину бы, блядь, новую. Вообще было бы, блядь, прекрасно. Я тут жить бы, блядь, остался. Не умел бы ковыряться, дали бы новую. Это... Что хотел сказать-то, блядь? Сколько на улице сегодня? Не смотрел? Нет? Тепло? Тепло это сколько? Солнышко пиздец греет, мне жарко, я вот сижу, блядь, нихуя не делаю. Градусов 15-то есть? Нет. Сейчас посмотрю сколько. Сейчас я включу свечик, сделал, минус 12 показывает. Ладно? Я прогреваюсь пока, тоже поеду, потому что Виталий там говорит, приезжай сам, кофе попить, давно не видел. Кирилл почти готов, он там меняет трубку обратки. Сейчас пойдем с мужиками в магазин. Санька к нам приехал поработать. Хотел сказать перед началом ролика для тех подписчиков, которые себя утруждают и пишут комментарии. Сейчас Саня придет. Хотел сказать тем подписчикам, которые пишут, что я отписываюсь, канал стал не тем, не утруждайте себя, ребята. Молча отписывайтесь, потому что мне по барабану, я ни в одном видосе не говорил. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Мне абсолютно без... Различно, отписались вы или подписались. Так что... Пару слов для народа, да. Дядя Саша. Что я могу сказать? Андрюха, привет. Скажи, тяжело на севере работается? Нет, заебись. Ну, еще что-нибудь, ну скажи, парни, привет всем. Мужики, всем привет. 2000 человек посмотрит. Так, ну-ка, твою. Как на север попал вообще, со скольки лет? 15. Да. С малолетки пошел. По тюрьмам? Андрюша, сегодня собираем. Тебе что надо, форсунки и прокладки? Мне надо прокладки. Какие форсунки? Прокладки надо? Мне надо прокладки. У тебя же вроде 5-го начинаются и идут 4 дня. Кого? Как красивый ты. Чего скучаешь-то? Лохматый. Купили мы котлетку песику. Теплую, свежую. Держи. Не, ну не надо, когда я матюкаюсь, я снимаю. А я только что включил, там не было слышно. А где он? Влюбляется там. А, вон что. Все понятно. Все понятно. Увидеть. Так он всего 3 дня здесь. Сколько? 5? Сколько он здесь дней? Неделю. Неделю? А как он жил бы, как я? 4-5 месяцев тут. С собачками бы играл тоже. Ну, Миша, спасибо. Саня. Смотри, 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 смотри. Ой, какой, а. Вот плут. Типа выключен, тихо. Женщина замужняя, а ты... Ага. Пошел за замужнюю. Что скажешь? Специально для жены, что скажешь? Он что-то думает. Нормально сказал? Что так долго был в магазине? Считали, не могли досчитаться. Да, деньги считали. Ай, бессовестный. Ты что, увидел, что я снимаю? Черный плащ.
Нехуй с мелочью ходить, что долго считает. Ребята, у меня деньги кончились, перешел на Винстон, блядь. Отдыхать хорошо, но, блядь, зарабатывать надо. Все, без денежья поперло. Месяц ждать до зарплаты. Хули сделаешь? Вареная. Скоро будем кукарекать, да? Ладно. Там в столовых в основном одна курица, блядь. Выходишь на курицу, смотреть не можешь. Яички. Все, мы на сварку с Кириллом. Кирилл что-то КамАЗ весь починил, прям, блядь, работает как лялька. Новый, блядь, фильтра стоят. Хуй знает сколько. Окей. Короче, понятно. Вместе со стаканами, но они нужны будут, мало ли. Сами стаканы на запас. Пиздец. Че? Как лялька, да, сейчас работает? Ну. Поехали, он мужиков свозил. Поехали вариться. Я тебе поворотник заказывал. Прямой один. Привезли два на батыр. Вот эти переделать. И один тебе. Он тебе все равно один не пойдет. Не, у меня железный поворотник. У меня железный для поворотов надо. А что не ставишь? 122-го сниму. Кого? Рыбушку? Надо заказать его, сфоткать и все. Так я уже, блядь, сколько, блядь, без поворотов езжу, уже заебало нахуй. Давай, сделай. Лампочки, хуямочки, все есть. Я первый раз слышу, что у тебя реле нет. Второй раз тебе об этом говорю. Немножко пришлось побегать, еще бумажки забрал, успел. Все, едем на сварку. Сейчас я у Кирилла КамАЗ возьму, пускай он на УАЗике едет. На КамАЗе прокачусь. Не, он разворачивается долго-долго. Кирилл тронулся. Потихоньку, помню. Сейчас отъедем, заберем у него КамАЗ. Прокатит. Ну, недалеко, правда. Трубу ему нужно варить, он уже там задыхается, бедная. Она чуть-чуть треснута была, дальше вообще лопнула. Работы объем большой, поэтому было некогда, то сварщиков не было. Сейчас мы быстренько тормознем. Иди на УАЗике прокатись. Ничего страшного. На кирилловской лыбочке прокатимся. Ух-ху-ху-ху-ху. Как я хочу за руль, ребятки. Всем жму руку, кто работает еще на старых КамАЗах. Респект вам. Вот настоящие-то водилы, кто прохавал вот эту жизнь с простых КамАЗов. Не, я не хочу ничего плохого сказать. Кому досталось сразу свежее, новое. То есть это поколение уже такое, время уже то. То, чтобы не возвращаться вот такой технике. Но свой кайф нужно испытать. Кто на таких не работал, он как бы не поймет нас, те, кто начинал с простых КамАЗов. Звук, ребята, прочувствуйте. Зап.
запах кабины, вот в кабине. Пиздец просто. Балдею. Идет простой КамАЗик старенький тоже. Балдеж, балдеж. Это Гоша, на котором работал КамАЗе. Сейчас Кирилл приехал. Кирилл приехал к нам надолго, так что на год, наверное. Ну, молодец, КамАЗик у него все довел до ума. Шланчики, трубочки, чтоб солярку не сосало, ничего не капало. Сальники на приводе, то есть занимается пацан, толковый пацан, молодец Кирилл. За него прям горой. Димка к нам еще никак не может приехать. Димон, если смотришь, давай приезжай, уже хватит дома сидеть. Он с ребенком сидит, жена на учебе. Сейчас заварим мы ему трубу. Все, пока выключаемся. Привет, передашь? Да, сейчас. У меня времени, правда, мало, еще с путевками сегодня бегать и бегать. А какой тут как? Накладывать одну будете? Одну на другую? А? Одну на другую будете накладывать? Надо хуй знает как-то сделать. Вот эта жестянка вообще, блядь, смотри. Это фольга. Это наложенная, видишь? Вот ее надо убрать, да? Целиком. Вообще, блядь, по идее надо... Что там, на сколько? 14? Надо отвернуть. Это нас тоже труба, да? Да. Сотка? Короче, сейчас будем соединять как-то. Так и надо это крепление ослаблять, потому что оно вверх стоит. На подножке, которые. Короче, будем соединять сейчас как-то. Пробовать. Песа! 13. Все, сосулька. Надо сейчас ослаблять то. И тут еще хомут же снимать, блядь. За грязью, кажется, на 14. Ну. Грязью будто на 14. Песок еще ебать. Ебаный урод. Блять, а эту ослаблять получается верхнюю, да? Надо, чтобы, блядь. Или лучше тут как-то переделать, поднять. Да хуй ее знает. Как ее, сука, соединить? Все, чем клину, можно здесь нагреть, нахуй. А там вообще на крепление подвинется она маленькая? Нет, нихуя? Криво будет стоять потом. Верхняя труба. Нет, тут все намертво нахуй, на все в одном положении. Это нагреть, блядь. Что-нибудь ее до воды. Мне еще надо быстренько водовозный подписать, потому что Нива идет за путевками. А-а-а. Сейчас я с тобой полчасика побуду и стартую. Изнутри. Белые каски, нихуя не белые. Рабочие! Работаем же! И электрики, смотрите. Ты в этой штуке вот разбираешься? Да. Серьезно? Конечно. Ну как я мастером работал, если я не разбирался. Вот это так образный проект. А он, короче, там в электронке почти 6 гигабайт. Вот эта штука вся? Да. Ну на каждую позицию отдельный чертеж. Не, вот этих у всех хунюшках все разбираешься? О, а там вот это 60. Конечно.
как, Коля, как бы это работало, если бы я не разбирался в этом? Кто бы меня допустил до работы? Так это образование же нужно. Ну, я чертежи читаю, короче, давно. У меня, знаешь что, у меня с образованием, мне не хватает. Мне сейчас, если было бы у меня образование, у меня стаж есть, работа. Но. Большой. Было бы образование, вперед. Да, было бы образование, я сейчас... Где это? Я разбираю шарик по этим металлоконструкциям, я их строю, я их пересобирал столько. Напомню про Виталю. Я же не пришел со школы сразу в начальники. Мы с тобой когда познакомились, я охуел. На экскаваторе хуярит, на кране хуярит, на самосваре хуярит, сваркой хуярит. Всем на свете, блин. Знаешь почему? Потому что мне интересно. Я умею то, что мне интересно. Не, я приехал такой, думаю, сварщик. Потом мне говорят, так это начальник. Я говорю, в смысле? Вот так вот, ребята, простые все на севере. Ладно, вываримся, едем дальше, бежим. Куда ты едешь, да? Путевки надо, через 2 часа уже машина придет. Ну, полчаса посиди. Полчаса посижу. 100 лет тебя не видел уже. Ну что, будет работать, нет? Да будет свет, сказал монтёр. И перерезал провода, да? А, подожди, я ж тут что-то раскручивал. Все, хуй? Так, и все-таки какой понравился город-то больше? Какой город больше понравился? Честно? На. Больше всего мне нравится Сургут. Сургут? Гори. Работает. И что ты не сделал? В электрике я тоже соображаю. Вот, допустим, КТПН-ку подвести, расключить. Это что такое? Ну, это... Дизелька? А? Дизелька, типа? Нет, не дизелька, а уже станция электрика, самостанция, подстанция. Здорово. Да. Так, ладно, врубаемся, чтобы информацию не вспомнить. Покидаем Кирилла, покидаем Виталю. Едем, доделаем. Немножко дел и все. Спасибо за просмотр. Ждем форсунки, придут буквально через 2-1.5 часа. И будем устанавливать. Это уже в следующем ролике. Все, всем пока-пока.